Привет. Я в шоке. Система. Вы записываете аудио-видео. О! Что за флаг охуенный? Флаг? Да, синий. Флаг Украины. Сине-желтый. Умный человек попался. Бородатый, умный. Бородатый, умный. Да, ребят, вам 18 есть для начала? Для начала. Тихо. 18, говорю, есть вам для начала? Есть вам для начала? 18 есть, да. Так, тогда можем поговорить. Откуда будете? Тише, тише. Нам есть больше, чем 18. Откуда будете? На 12 снарядов больше. Нет. Ну, на сегодня, да? Да. На сегодня, 12 снарядов. Да. Снарядов 12 прилетело к вам. В смысле? Ага, то есть вы окупашки, да, получается? Получается. Окупашки? Окупашки? Это вы... С каких-то щей? Ну, давай, объясни. Объясни. Нет, щи нам не надо, нам... Так, в смысле, не надо? Это ж ваша традиционная кухня, нафиг. У вас больше ни хера нету, только щи. Все остальное это вы у других спили. Не, получается... Это не спили, это позаимствовали, понимаешь? Позаимствовали. А украинские территории вы тоже заимствуете? Не заимствуем, мы забираем свое, понимаешь? А где там ваше? Из чего это ваше вдруг стало, скажи мне? А давай... Вообще забудем всю эту тему и поговорим о личностях, понял? Типа, ну, типа, поговорим, кто ты, кто я. Ну, ты понятно, ты там, ну, можно по-разному тебя называть. А, я спросил тебя, почему вы, типа, ваше забираете? Где это ваше? Где оно заканчивается ваше? Почему это стало вдруг вашим? Объясни. Объясни. Хорошо, давай объясни там, где заканчивается ваше. Давай так. Смотри. Давай объясню. Ребят. Подожди, пусть ответит. Давайте объясню. Смотрите. Есть договор о российско-украинской границе. 28 января 2003 года. Можете проверить, почитать. Там 1400 сколько-то там пунктов, да, как проходит граница. Этот договор Путин подписывал сам с Кучмой. Вот. В апреле 2004 года договор был ратифицирован. И, соответственно, он регулирует, как проходит российско-украинская граница. И Донецк, Луганск, и Крым, и Херсонская, Запорожская области – это все Украина. Это сам Путин признавал и признавал еще позже на словах. Просто можете открыть там 2008 год, где он говорит про Крым, что там мы признаем территориальную целостность Украины. А теперь Россия все это нарушает. И вы пришли в Украину, соответственно, как оккупант. То вы забираете чужие земли. Вот и все. Вот и все. Доходчиво объяснил? Доходчиво объяснил. Подожди, все правильно. Но ты не замечаешь на то, что мы надеялись на то, чтобы... А. Вот очень интересно, на что же они надеялись. А, это не лаг был, это они сами отрубились. Или нас рулетка скипнула. На что же они надеялись-то в итоге? Очень интересно. Привет. Привет. Откуда будешь? Из России буду. Из России буду. Откуда будешь? Ну, город я имею в виду. Судя по говору, столичный, что ли? Столичный? Не, из города Курска. Из города Курска? А там тоже вот это акают-окают? Атакуют-окают. Из России. Вот это. Я думал, ты столичная чика. Не? Не столичная чика? Нет. Провинциальная чика? Какая? Провинциальная чика? Ты прежде чем людей обзывать, ты о людях узнаешь. Кем? А потом будешь обзывать. Я не обзывал. Чика, свинька, блядь. А ты какая чика? Подзаборная. Ой, ты чё, ты чё, да? Иди сюда, на. Иди сюда, на. Давай. Сможешь вытянуть? Кого вытянуть? Кого-то вытягивать. А, я опросики провожу. Опросики. Чш, подожди. Успокойся. Чш, спокойно, Ипполит. Спокойно, Ипполит. Я вот опросики. Как считаешь, Россия права в том, что на Украину напала или нет? Россия напала на Украину. Это вот на данный момент ты задаешь мне вопрос. Россия напала на Украину. А Киев напал на Луганск и Донецк или нет? Нет. Нет? Нет. Детей, когда вы же...
и распятие делали. О, мальчик в трусиках нашелся. Слушай, где мальчик в трусиках? Не подскажешь, где? Где? Это, ну, давно его не видно было. Что давно не было? Мальчик в трусиках, где он? Какой мальчик в трусиках? Ну, распятый мальчик в трусиках. Ты же о нем говоришь сейчас? Нет, я вовсе. Куда ты начал? Сейчас заведется же. Па-пак, да? Нет, а что? Давай, ну расскажи, давай, слушай. Вот все вот, я знаю, сегодня там годовщина, 10 лет людей в Одессе, да, вам там, само собой, хомячкам вот это все в зомбоящике сказали. Вот, да, такая страшная Украина, неонацисты, там людей жили. А что там, объяснили вам, почему это произошло, из-за чего? Какие там были главные действующие герои, может быть? Кто стал провокатором? Рассказывали такое? Или просто сам факт, что людей жили? Ну, в этих трусах я особо не разбираюсь. А, ну, то есть ты общаешься с заголовками, да? Ну, то есть, ну, людей, вот я знаю, что людей жгут, и все на этом, да? Да почему при этом все? Камера на меня. Вот тут. Вот тут. Ну, так и что? Ну, как что? Ты знаешь что-нибудь, ну, о событиях того дня? Да. Я говорю, ты знаешь что-нибудь о событиях того дня? Или ты только заголовок знаешь, что там, о, людей со... Я видел своими глазами. Где? Детей. Где ты видел своими глазами? Кого? Я где видел? В Мариуполе видел. Когда? В 23-м году. То есть ты оккупант, да? Не оккупант. А кто ты? Освободитель, что ли? Кто ты такой? Да, освободитель. Когда зашел ЧВК Вагнер, и я присутствовал там. А, ты, значит, бывший зэк, да? Нет, почему? Действующий? А при чем? Я вообще ни разу не сидел. Ну, еще будешь, это Россия. Так вот, смотри. Смотри, я вот сам в Мариуполе был осенью 2020 года. Что-то я вообще, вот, ну, серьезно, я там два дня был в городе. Не увидел ни одного нациста, ни одного мальчика, ни одного, ну, в общем, ни одного произвола, связанного с языком, национальностью. Ну, давай, расскажи мне, что там, что такое страшного в Мариуполе происходит? Ну, давай. Куда злобцы? Взяли район. Буду его называть буквой А. Район буквой А. Азовсталь, да. И что? Когда мы туда зашли, несколько штурмовых отрядов. И мы вас осадили пятнашками. Не, подожди. Я тебя спросил, что там было с нацистами, мальчиками в трусиках, со всем вот этим? Саша, а ты перебиваешь. Давай, расскажи. Давай, расскажи. Очень занимательная история. Бухти. Не с мальчиками, а с детьми. Когда вы уходили, ваши азовцы, вы просто мирных населений расстреливали и пытали. А не подскажешь, почему вот как-то не было ничего такого в Мариуполе до вашего прихода? До нашего прихода? Или до вашего прихода? Или до вашего присутствия? О, наконец-то. Капец. А, давай, бухти. А куда ты убежал? Взял, убежал. Здорово были. Здорово. Откуда были? Здорово. Якутии. А город? Как город? Город Якутск. А, с Якутска, понятно. А сейчас где?
сейчас я на Украине. А что там делаешь? Как все дело, воюю. За что ты воюешь? А ты за что воюешь? Я не воюю, как видишь. А ты за что воюешь? Ты за что воюешь? За Россию. А что, на нее кто-то напал? Заебал ты, хуй не страдает. Да. Почему такие мне вопросы задаешь? Ну, не можешь, ты не можешь ответить. Ну, как? Как я тебе не могу ответить? Ну, говоришь, я воюю за Россию. Я говорю, почему ты воюешь за Россию? На нее кто-то нападал? Зачем нужно за нее воевать? Потому что я живу в России. И что? Ну, на Россию же никто не напал, правильно? Или я что-то путаю? Хуйней страдаешь, походу. Ты ответь на вопрос. На Россию кто-то нападал? Ты хуйней страдаешь, слышно. Ты ответь, вопрос требует односложного ответа, да либо нет. Либо нет. Ну ты видишь, что творится в стране, почему ты мне такие вопросы задаешь? Что творится в стране? А. Расскажи, что творится, что творилось на твоей земле, о лютой ненависти и святой любви. Ну, я тоже тебе плохо ничего не могу сказать, у меня вообще похуй, понимаешь. Но тебе похуй свою жизнь, я понял, и поэтому ты пошел убить людей в Украину, да? А ты думаешь, что я у людей убиваю, что ли? А что ты там делаешь? А какая разница? Ты чё? Чё ты бухтишь на меня? Ты чё? Ты чё? Иди сюда, на! Слушай, а где ты сейчас? В каком-то, это, подожди. Покажи, не плюй в экран, не плюй в экран. У кого дом отжал, скажи? У кого дом отжал? У кого дом отжал? У кого дом отжал, говорю, где ты сейчас? Ну, ты думаешь, я отжал, чтобы чё? А чё ты, купил дом, что ли, хочешь сказать? Ну, явно ж не купил. Припёрся кому-то сейчас, живёшь там у кого-то. Я полысину под затыльник дать бы жесткий. А почему ты не воюешь тогда за свою Украину? Так я россиянин. А что тогда у тебя флаг украинский? Потому что у меня есть голова на плечах. А в голове мозги есть. Логично. 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 А что хочешь тогда? Понять не могу. Я вот хочу от тебя услышать ответ. Почему ты пошел людей в Украину? В чужую страну? Нахуй? Как она чужая страна? Наших пацанов убивают. Как я не пойду воевать? Так пока ваши пацаны не приперлись в Украину, их никто не убил. Логично же, да? У вас там какой-то конвейер идиотов просто, я не знаю. Ты подумаешь, да, за тебя еще пойдут воевать. Я тебе вопрос задал, но ответь нормально. Нормально. Ну, я тебе и говорю, я за свою родину попру. Так, подожди, на родину же никто не нападал. На родину же никто не нападал. Ну вот ты мне скажи тогда, кто такой Зеленский, ёбаный? Зеленский президент Украины. Да, ну что, он не конь, что ли? Или как его называть еще? Почему он так свою страну, разорвал, ёбаный? Он ее не разорвал. Страну пытается разорвать Россия, отжав Крым, отжав Донбасс. Понимаешь, сейчас вот на каком-то направлении сейчас. Да, тогда давай возьми. Зеленский, откуда, когда изначально был в России, комиком был? Чего вы его не брали? А? Что, при чем тут Зеленский, при чем тут комик? Я тебе задал вопрос. На Россию кто-то нападал, почему ты пошел в другую страну людей убивать? Потому что Зеленский жопой повернулся к нам, понимаешь, нет, нах, или как? Так он же ж не просто так жопой повернулся к вам, а потому что вы стали отжимать украинские земли. Ты вот к бабе подойди, нахуй, да свой присунь, она тебе жопу не покажет, ты ей не присунь. Какой ты, сука, то есть у тебя нет понимания, да, почему Украина вдруг от России отвернулась? Нет понимания. Мы все земляки, мы все, бля, одна родина.
Это вы... В каком месте одна родина? Алло, ты карту мира давно смотрел? Смотрел. Ну, а вы что, ЕС, что ли, или что, кто вы там? Американцы, что ли, или что? Сука, при чем тут? Вот. Ай, вторая армия мира, господи. Вы все там такие, да? Ну, как думаешь, так думай. Это что-то просто. Давай, ну ты мне объясни что-нибудь, кроме Зеленский, Америкосы и задом хуй прису. Что-то нормальное можешь мне объяснить? Ну вот, вы Донбасс ебаете. Так, смотри, я тебе объясняю. Украина не ебает Донбасс просто так. Она, смотри, на пальцах тебе объясняю. В 2014 году россиянчики, вот такие же, как ты, пришли на Донбасс. Украина с ними воевала, и да, от этого страдали мирные жители. Да, потому что военные действия вот велись вот в том регионе. Да. А вам преподносят так, что Украина кошмарила мирных жителей. А нахера бы, с чего бы? Ты ну, не задумался об этом? Почему бы? Почему бы? А, потому что ты понимаешь. И у тебя сзади флаг такой висит. Сзади у тебя бутылка торчит, а флаг висит сзади. Понимаешь, вот ты сейчас притесняешь русский язык, тебе нужно денацифицировать. Ты хохол. На... Нет, я россиянин. И какой хохол? Нет никаких хохол. Есть украинцы. Ну так ты мне давай все-таки попробуй. Я понимаю, что это сложно, но попробую вот как-то объяснить, почему вы вот напали на Украину. Почему? Из какого взял, что мы напали на Украину? Потому что ты сейчас в Украине находишься. По шопу ебать только надо. Послушай, ты сейчас на украинской земле. Значит, ты напал на Украину. Правильно? Правильно. Если ты сейчас на украинской земле, не Украина на твоей земле, а ты на украинской земле, значит, ты напал. Ну, ты так думаешь, да? Я логику просто, логику, понимаешь? Включи логику. Ну, а хуй ты хуй не страдаешь, хуй, слышишь? Давай.